Так, ну, в принципі, давайте ми, как бы, рішимо перше, коли ми будемо починати. Моє предложення з 18 числа. Можна після 20 числа. Короче, після 20 числа. Не успіваю. Праздники, після праздника. Що ти не успіваєш із моєю? Після проводу. Роботи не успіваю, мої всі роботи. Тобто у тебе сезон закінчиться після 20-го, і тоді можна починати. Так, ну це... Після 20-го, після 23-го. Це ж свята всі будуть. 18-го. Проводи. Так ми ж спортсмени, Саш. Ні, ну так спортсмени. Я просто розказую, що цю неділю починати плохо. 24-го я пропагаю. Так, 24-го числа можна починати. Понеділя 23-го. 24-го понеділя. 16 воскресенье Пасха, 23 воскресенье. Пробовали, вот потом все, да. Хорошо, другие предложения есть? 24 понедельник. Да. После матча. Да, да. 24, да? Придутся эти праздники, да, чтобы люди потом все уже 4-го. Все будут на месте, все уже прогуляют, пропьют. Да, все. Начнут работать, да. И играть не будут. Хорошо. Теперь по стадионам определились? Фемида для США, да? Так, да. Поем? Сначала для США, потом на Подоле переходим. Ну, как дадут Подоле, переходим. Для США. Для США Подоле. Так, Фарик где-то должен быть. Олежка? Для США. Для США. Рота для США. ДБК. Кто еще? Для США Подоле. Эпицентр для США. Смотрите, какие все. Дружные. Витя. Девятая школа. Я шучу. Не США. Я даже поверил. Да и США. Динамо. Я завтра не рассыл по договору, с кем он будет? Я говорил, что они будут договариваться с этим. Ну, с флотом, да. Договорился. Десант. Ковчег. Короче, все дают США по доле. Один десантник Динамо, я так понимаю. Ну, Ковчег, я помню, у них кто-то США же с нами. Мы вместе тренируемся на США. Да. Я разговаривал. Хорошо, у кого-то есть время дают США тренировки? Да, у нас есть. Есть. Ну, говорите, какие дни, чтобы мы сразу, может быть, и... Среда у нас. Четвертый. Понедельник вот есть. Так. У меня вторник, четверг. По-моему, после... у меня понедельник, четверг. По-моему, заберут они все равно эти игры. Нет, тренировки, конечно, тренировки. Заберут уже все. Там две игры в день они поставят, ну, эти первые четыре тура. Не буду успевать. Так я поэтому говорю, если мы... Тренировки позабирают по-любому. После... Я же говорю, у нас получается из 11 команд, которые собираются принимать участие, 10 из них на США и на Подоле. Ну да, и все равно сейчас начнется 24-й тур, чемпионат. Все, тренировки прекращаются, позабирают. Потому что игры в это время идут. До 6 часов дети тренируются, а потом игры. Не до 6. До полвосьмого. Дети тренируются. Да. Ну, ну вот у тебя во вторник 19-30. Вот уже с этого времени потом уже начнутся туры. И четверг 20. Причем, Семенович. Надо просить. Причем это уже и вы попросите. Я просил. Я даже говорю, приду тебе на колено. Он хотел вообще говорить. Я, ну давай не тебе, не мне, давай хотя бы с половиной восьмого. Вот я говорю, у меня во вторник с 19-30 моя тренировка начинается. Так, ну уже хорошо. Еще у кого есть время, что мы? Среда. На среда. 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 С какого времени? 20-30. 20-30. Ну это считаю. Чего на зелька понеделок 20-30? Смотрите, 19-30. Понедельник. Четверг 19. Можете забирать это время тоже. Хорошее время. Ну, Исмаил, я с тобой согласен. Если сейчас начнется этот самый, хочешь не хочешь. Нет, да. Однозначно. У меня, например, четверг 20-30, но я точно знаю, что оно у меня уже не будет. Потому что поставят визу, все. Да, да, предупреждал. Нас предупредили, что до початку вы тренируетесь там, да. Куда-то, 3-4, 5. То есть тогда нет смысла этого писать, как нет, нет, да? Нет, нет. Если мы забираем, тогда мы просто берем... Игры в преграде. Нет, ну, например, там вот вторник, если там мой день и так 19-30, то вот так и мой на игры. Ну, дело в том, что тут получается, как бы ты уже заплатил эти деньги, понимаешь? А тебе кто их вернул? Нет, ну, мы за каждый так. Ну, я же ему говорю. Я в любом случае... Он за месяц платит, правильно? Нет, я в любом случае, что за игру, что за тренировку, у меня же там свои, типа, без расчета. А, ну, хорошо. Ну, короче, еще я кому-то... Вторник это мой день, может быть, когда я принимаю, например.
Понятно, я же поэтому и говорю. Так, еще Ковчег, что-то я не понятно. Ковчег в среду с нами. На ипподроме сейчас 25 часов. Темно? Да. Фарик звонил мне, тот самый, он в цеху до 6:30, потом... Сколько команд вообще лето? 11 часов, 11 команд. За 11? Да. Мы еще кого-то будем подтягивать? 12. Я предложил себе подказывать. Последний Атлетик отказал. Атлетик вышел договорился? Нет, а кто ж там, кто зачитает этот пик? Давай, Левша, Фемида, Лада, Кардив, Эпицентр, Ротор, ДБК. Чтобы так быстро, я не знаю. Помедленнее записывай. Да. Левша, Фемида, Лада. Да, Кардив. Есть. Эпицентр. Тоже есть. Ротор. ДБК можешь не записывать. Старлайв. То есть адвокат, новое название Старлайв. Динамо. Есть. Ковчег. Да. И Феникс. Ветеранный хочет, театр не, университет не. Да. Ну так ракета, говорю, что он будет. Это, что ж будет? Одна команда будет гулять 11. Да, я предлагаю. Делайте... А, ребята, я же не против. Я наоборот, я говорю, кого я... Нет, кто там идет по первой лиге, по этому, по транжиру. Да, как ты говорил, дети же говорят, что он будет. Согласен. Ну? Ну, ракета же, значит, просто я просто... Давайте. Сказал, что не согласен. Давайте если еще раз. Или 10, или 12. Ну, потому что как бы один, нет, одна неделя выпадает. У нас уже... 12 мест. Нет, или 10 тогда уже делать команд, или 12. А кого? Кому сказать до свидания? Ну, кто там по рейтингу ниже. И... Нет, так у нас... Нет, так проще подтянуть, мне кажется. Нет, лучше а кто вылетел? Сверху, кто вылетел? Кого-то давай. Буревец не хочет, нет? Ні, так ми ж там не йдемо перше, там йде ракета вище нас. Ні, бо він стільки слабий, то може, що там може? Не слабий, то. Чи воно така, що слабий? Ніколи собирає. Дві. Фелікс, мене, сильний. Дуже слабий. Попробуй. Всі слабий. Ладно. Треба заробляти якось. Поки. Да, поэтому. Дальше. Дальше. Такая ідея. Добіть, да. Мы там всегда играли на Локомотиве, а сейчас первый не мне где-то какой-нибудь. Саша, смотри, какой вариант. Значит, нету 12-й команды выше лиги. Театр же есть, я ему вместо Тетра. Тетра пришла. То этот самый. То Тетра будет? Ты как говоришь? О, подожди, Тетра будет. Тетра будет? Да, да, я опоздал просто. Да какие страшные. Для ракеты страшная команда, это вы сами самая страшная команда. По фамилиям, да. Ну, получается так, да. Угу. Но подождет только до завтра, да. Давай, давай, я буду ждать твой ответ. Эдуард Валерьевич есть. Ага, то есть хорошо. Да? Вот ты столько комплиментов ему сказал. Хорошо, я передам. Это дикий. Давай, да. Здравствуйте всем. Ага. Что нам тебе происходит? Семенович, вот это. Что ты самый умный, и что он тебе доверяет все, то, что ты за что будешь голосовать, он тоже за это голосует. Тетра, что мне есть? Коля, я есть за располагался. Что, Витя, ты есть? Добрый день. Тетра будет. Какая тетра? Тетра вот сейчас совещает представитель. Тетра будет играть или нет? Да, будет. Будет название тетра, да? То не стоит тогда ведь. Ясно, значит, тогда тетра остается. Записывайте тогда это. Да. Ну давай, потому что тут 11 команд есть, а 12-я команда, чтобы мы хотели уже ракету вместо 12-й можем поставить. Поэтому вы давайте окончательно скажете, если да, точно, то точно. Точно. Хорошо. Давайте. Тогда скажите.
Давайте. Но Витя, он будет представлять. Только, Витя, это же получается не так, как в прошлом году, извини, я не против тебя, я имею в виду, что Арсенал тоже говорили, что будем, две сыграли и потом... Нет, все серьезно. Потом не искали, понимаете? Да, если играть, так играть. Да. А принимать вы где будете? На ДЮЗШ. На Подоле сейчас же нельзя, можно. Пока нельзя, но в мае будет можно. Ну, значит, на ДЮЗШ. На ДЮЗШ. Угу. Понятно. Хорошо, 24 число. Да, все согласны. Отправная точка. Что, начинается? Так. Кто не был, какие-то на то совещание, какие вопросы интересуешь, давайте задавайте, но в принципе мы как бы. Спрашивают, где играть будет. Что там надо узнать? Что я не знаю. Заявки должны давать. Давайте заявка. Смотрите, кто согласен, что потом расскажем, когда мы знаем еще сколько. Спасибо, хорошо там. Я еду завтра. Вы еще лежат? Что как там есть? Посмотрим, да. Здесь мир. 9 не хочет. Не пойдет, если спросите у них, что не разрешат. Если что, не разрешат, то мы будем. А меня пока. Забыли меня еще дальше. Феникс. Ничего это. Здрасте. Вы федерация. Это мы федерация. На свободное место. Хорошо, договорились. А вы, значит, это поколение. Голос это что? Да. Это голос. Интересная версия. Да? Я предлагаю не тратить попусту денег на мячи, которыми никто не играет. Те вот желтые мячи, что выдавали в прошлом году, никому не нужны, отдали Дюша, подарили. Ну извините, да, какие у нас были мячи, такие я лучше предлагаю на что-то такое, более серьезное что-то потратить. Например? Ну вот вы говорите, вот даже те же кубки и эти. Возьмите меньше с команд денег, ну, потратите на эти кубки, чем на эти мячи. Так нормальный кубок из Мил стоит сейчас, я не буду, начиная от 500 гривен и выше. Это нормально. Ну, тем более, зачем тратить на те мячи, которые не играют, никто их просто держит и выкидывает их. То, что в прошлом году подарили. Ты понимаешь, ты так говоришь. Другие говорят спасибо, потому что нечем играть. Так что тут разные. Кроме... Хорошо, если вам не надо мячи, вы кроме сказали, кого? То мы... А, нет, все есть. Наши мячи больше дюша без такого, да. Я лучше, когда уже отдал план, а вы отдадите... Не будет идти. Так, значит, взнос 400, да? Да, взнос 400. Адвокат. Адвокат. Ну, они Старлайт называются. Так, по заявке. Заявка у нас, как и в прошлом году, была... Можно заявлять... Ясно, что до начала 24-го, до заявка у нас идет до начала 4-го тура. То есть первые три тура и время между третьим и четвертым туром вы еще можете делать до заявки. После начала 4-го тура заявка прекращается. И тогда уже заявка, вернее до заявка, это все будет следующее после окончания первого тура. Давайте по первому и второму кругу начало этот самый. 30 будет. Человек заявка. 30 человек заявка, да, как в прошлом году. Ничего поэтому не меняли. Будем делать перерыв? Нет. Не, наверное, надо какой-то сделать хотя бы летом перерыв, потому что. Не надо, потому что. Чтобы потом в декабре играть. Да, потом кто в болоте играет. Нет, а причем по болоте. Какой-то. Нормально закончили. Да. Если выше 12 команд, то перерыв. 30 человек заявка. Зачем нет, перерыв? То зачем перерыв? Три давайте... состава. Было один отдыхает. Все время играет. Делали перерыв. Подождите. Хоть да не делали перерыв. Мы говорим сейчас о премьер-лиге. Да. Там 12 команд, ну, они не да. Хотят пусть этот сам. 12. Да, нас, скорее всего, что будет, а по первой подсмотрим, кто в команде, можем определить. Нет, без перерыва. У нас будет. 22 тура. У нас команда будет. Во сколько у нас будет? 22 тура. Я даже не знаю, я насчитал. В прошлом году нормально все было. То, что это сейчас дорого было. Никаких переносов, ничего. Там холод, болото. Болото не по барабану. Кто-то хочет поехать где-то отдохнуть, кто-то еще. Эти все, значит, других мнений по поводу... По премьер-лиге других мнений быть не может. Я так понимаю, да? Предложение тоже. Без перерыва играем. Все это сам. Сейчас вариант... Ну, я так помню, в прошлом году май месяц, когда уже...
световой день, как бы позволялось, если с 8 до 9, до, там, до начала 10-го, мы будем стараться, опять же, делать спаренные туры, почему? Потому что мы хотим, мы этого не хотим, если 11 команд играют. Ну, все хотим или не хотим, да. Если принимать каждый день по одной команде, этот самый, получается, все 5 дней и плюс еще одна, этот самый, да? То есть вот, какой-то из дней мы можем делать и вариант 2 игры подряд. То есть, например, по 8 и в 9, там, 15, я имею в виду, когда световой день. Может позволять потом, когда подвое. Раз можно две ставить. Если что, стадион ракетник. Мы принимаем на ракетнике. Че на сцену? Где на десантнике. На десантнике. Уже ж можно еще кого-то ставить. Ну это если вы дома при. Да, если вы дома, да. А если тур вы на выезде и принимаете еще. Ну, 11 туров уже можно подставить. Может такое случается, что все на дюшак оказаться. Ну, я же уже один выпадает. Только один на тот самый, один получается, одно динамо получается, пока на кроме ракеты, ракетчик. Ну, кто не знает, там ракетчик тоже, Сергей Степанович говорил, загнали туда этот. Не предлагали. Трехтоник. Знали, что они сделали там. Котов, да, катали. Уже предлагали. Уже катали. Да, сказали, что они тоже будут принимать. Если у кого есть желание сесть туда посмотреть. А, извините. Мне за что подвали ракетчик. Конечно. Он сказал, что ракетчик даже лучше, чем Касан. Нет, оно всегда лучше было. Когда смотрели. Мы еще будем смотреть. Лучше, чем Подоль был. Ну, в любом случае, вы будете смотреть или ракеты, или десант. Хорошо, значит, 24-го начала, как мы говорили, это какие-то дни спаренные, те же две игры в день. Что еще, кого интересует? А Подолье из какого арена? Хотя бы арена. Ну, Сергей Владимирович, мне казалось, с травня месяца. С початку-то? Конца. Да, он мне сказал даже после мая. А дома что, делают полив? Чтоб трава, земля. Да, они сейчас песок засыпали, я смотрел. Сегодня заезжал там, песок засыпали, а такой мешок. Не получается. Эти щебня уже там. Ну, поставляли там. Европолив не случилось. 4 миллиона закупили. Ну, дай бог. Мы, в принципе, мы знаем, что там, где поливают, трава любит, что поливали. 100 лет без Европолива, сейчас Европолива. Студенство сколько, Семенович? По 200 гривен с команды. А, еще, да, ребят, что принимающая команда обеспечивает видеосъем. Там вы сбрасывались в прошлом году, сейчас решили 120 гривен видеосъемка. Команда принимающая платит. Ну, Володь, ты... 120 гривен. Ну, я за тебя говорю. Ты... Ну да, принимающая команда... Принимающая команда 120 гривен оператор. Да. Если на выезде, память, ничего не получишь. Ищите своего оператора, но видеосъемка обязательно. Ну и плюс еще врач. Врач свой, да? Не забывай, каждого свой врач. Каждого свой может быть один. Может, нет, лучше команда один. Домашняя должна обеспечить. Конечно. Хозяева обеспечивают. Да, хозяева, да. Каждый год можно. Хозяева делают. Да. Ну, ничего, нет, если есть врач, этого ничего не меняет. Если есть свой, то есть свой. А если нет, то можно сказать, что конечно. Тем более, например, в США там есть врач, то я имею в виду. Это индивидуально, вы с ним договариваетесь. Мы тут... Может быть, один врач на этом, так? Ну, конечно. Главное, чтобы один врач был. Не с дипломом врач был, а с сумкой. Потому что здесь обеспечивает приходит... команда, которая да. принимает. А что в ТБЕ? Что съесть, ничего не могу. Бутылка воды. У нас же как психология. Если есть заморозка, а нет врача, то врач есть. А если есть врач, а нема заморозки, значит врача нет. Главное, чтобы была заморозка. Так, еще я там был стих по предупреждению. Четыре первых предупреждения. Одна игра. Следующие четыре предупреждения. Две игры. Следующие четыре предупреждения. Три игры. И там чемпионат закончится. Красная. Согласно дисциплинарным правилам. Красная. Один тур пропускает 100%. Там же пропускает. А там дальше как разъяснить? Ну, как раз. Две желтых красные, надо если две желтых, то да, две желтых, то пропускают очередные. Которые мы с вами принимали в 15-м разрасте.
еще в этом году они действуют, и еще на 5 будем принимать по новому. Сколько команд первой лиги? Можете сказать? Могу. Все. Так, давайте, да, премьер-лига, высшая лига. Значит, что такое? Когда там жеребьевка? Жеребьевка, опять же, этот самый. Если вы нам доверяете, мы согласны тех мест, которые в прошлом году. Не хотите, давайте вместе еще соберемся, один раз сделаем жеребьевку. Вот давайте сейчас и сделаем. Сейчас? Ну, давайте сейчас. Что это? Чтобы календарь. 12 номерков, раз, два, три. А что, тут просто, да. Сейчас я достану. В принципе, тренинг есть, ЖБК есть, Россия есть, Лада есть, Динамо есть, Фемида есть, Лайф есть. Сколько в первой лиге есть? С первой лиги. Буревестник, Зоовьетпром, Червоные Зивки, две команды. Ракета, Ракетник. Атлетик будет? Атлетик, да. Семен, по поводу переходов игроков с команды на команду. Кого переходит, Саша? Переходили у нас только между первым и вторым кругом. Все. Вообще не надо переходить. До конца сезона что не играют. Это мы же, как бы, мировая практика. Сейчас по себе они там. Оно все сбивает полностью весь ритм игры. Ну, если я с тобой поспорился, давайте тогда сделаем так. Переход, значит, с разрешения клуба, допустим, представителя команды, если он разрешает. А что, на работе? А он где-то что, на работе или что? Дело в том, что ты понимаешь, я молодых пацанов учил, а этот пришел дьявол с деньгами, выкупил, блядь, дал денег. Так и у меня позабирали. Ну, что ж вы? А Фемида в прошлый раз собрала двух лучших игроков Динамо. Давайте не вспоминать, что было, ребята. Давайте не думать о том, что сейчас происходит. Ну, не смей, это такая мировая. Ну, что мы будем делать? Надо ее как-то искоренить. Ну, хорошо. Да, это... Ну, я говорю, мы взяли... Зимний перерыв, трансфер. Я не скажу честно, что это дисциплинира в команде, самая основная сейчас вот проблема, да, во всех командах, не только вот, допустим, там Динамо, ну найдет. Заявление 30 человек, и игрок начинает себе, а я могу перейти, потому что меня не устроено что-то. Но. Это неправильно. Слушайте, мы же деньги не платим, он хочет, переходит, хочет, да, остается. Вот такое дело. Ну, это же матерский футбол, а не просто. Так в том-то и дело. Дело, да. Если профессионально, у тебя есть. У тебя есть контракт, и все, и тогда ты у тебя привязан год. А вдруг он просто поссорился с командой в первом туре. И что ему теперь весь сезон сидеть и не играть? Это совсем другое. А вот тут ты просто рассказываешь, как прошлый год. Но если так вот принимают, вот просто, как правильно говорить, вот пацана где-то играл, потом кто-то раз бабло, там 800 рублей он ушел. Но это же не профессионально. Я говорю, лучше 4 года на тебе бегать. Мы говорим о том, что поэтому у нас есть первый круг закончился, только тогда можно перейти. Может быть, какой-то контракт? И не только срок. Возьми себе, сделай громадскую организацию. На работу. Плати 750 гривен за то, что он у тебя работает. Давайте так, не просто так. Игрок захотел и перешел. Захотел, значит, через старого тренера. И новый. Что стало делать? Если я с ним не разговариваю. Если за Динамо играл, и он хочет перейти, чтобы он знал, что, извините, я перехожу в другую команду. Так это мы поэтому и говорим. Пожалуйста, он пишет заявление, делали, он будет писать заявление, мы делали, чтобы мы потом не были должны ни Исмаилу, ни Эдику, ни всем остальным. Написал человек заявление, период перехода есть, пожалуйста, переходите, все. Единственное, что мы же не в базе данных, не в единой базе данных. Нет, в том-то дело, нас уже требуют, но мы еще в этом году... Вот если была бы единая база данных, то тут половину бы не... Да, у нас бы половины команд не было. У нас еще, слава богу, все же говорят, что не знаю, кто там будет. По поводу теперь это, кто может играть, кто не может играть. Все, кто... Кто хочет, тот играет. Да, по заявке есть, у тебя ты в заявке, допуск этого самого, врача. Пожалуйста, значит, играет. А контрактники? Все могут. Кроме мастера. Заявлять можно только с 16 лет, да? Да, с 16 лет пишет папа заявление, что или мама уже не против, и отдельный этот самый справка от врача, что он может играть более старше. По 16 лет. То есть кто на контракте в клубах высшей лиги, там первой лиги и так далее, имеет право играть на воротах? Ну, мы говорили, да, что мы тех людей... В прошлом году нельзя было, в этом году опять разрешили. Давайте так, как перейдем, так как было. Первое место свободно идет,
второе место и играет переходную. Не, было два. Зачем нам игроки премьеры? Да, в принципе, это правильно. Не надо. Давайте сейчас продолжим еще. Давайте. В прошлый раз, когда мы говорили, что, пожалуйста, играй. Просто их никто не отпустит. Кто его отпустит? Нет, давайте вот определимся. Это не надо вот это. Играет он премьер, там мастер. Играет. Нет, подожди, не пример мы говорим. Мы говорим статус профессионала и статус любителя. Правильно. Если у него статуса профессионала нету, он имеет право. Нет, еще он заявлен за какую-то команду Подоле. Так я же о чем я говорю, Саш. Что, так это правильно? Давайте вот сейчас проголосуйте вы, премьер-лига, то есть высшая лига. Вы сами здесь, да. Если он играет в какой-то команде, хай играет. А если он там и там, то ты же тоже не играешь. Как прошлый год играешь? Играешь ты вот за Подоле, играешь? Все, вот эти все, кто... Ну все, решаем, давайте. Я не против. Вы сами. Давайте, по мере поступления. Кто против того, чтобы... Вернее, кто за то, чтобы играли? Но если у нас любительский был, значит любители. Да. Все. Ну да. Я тоже не буду. Все, я поставил. Все. Профессионал мод играть. Высшая лига, давайте. А профессионал, за который уже негде играть. Решайте, но вот вы опять от обратного. У меня просто есть человек, который хочет. Если он там не играет. Или его нигде не играет он сейчас. Нет, играет. Если у него есть контракт. Если он не играет, то да, конечно, да. Если он играет. Ни за кого не играет вообще. Нигде. Сидит дома, но с контрактом. Но нигде не играет. Я же о чем и говорю, что те, которые играющие, их не отпустят. А те, которые, как ты правильно сказал, сидит дома, да. А мы сейчас им запретим играть. Да, я просто, ну, человек хочет понимаете, играть. Понимаете, о чем я разговариваю? Мы что-то раз говорили, согласились все, что давайте пусть играть. Теперь ну, новое предложение. Нет, профессионалы те, которые официально. Профессионалы, как играют профессионалы. Аматоры... Вы давайте поставьте конкретный вопрос, потому что, чтобы не было потом. Сыграет Каверин против кого-то, а потом напишут заявление. Я же поставил вопрос. Я говорю, кто давайте за то, чтобы играли профессионалы? Вы сказали... Я, например, не против. Он нигде не играет. Если бы играл бы, да, Динамо Киевом своем, то... Да, если бы он играл в Динамо Киеве, да, то он никто не отпустил бы, да. Ну кому надо лишние травмы? Он нигде не играет, никуда не едет. Ну, когда у человека поставили, что вот он хочет играть, он нигде не играет. Остальные... Так, допустим. Я понял. Мнение разделили. Давайте тогда... И голосуем так, да. Профессионалы. Поднимаем руки, кто за то, чтобы играли. Высшая лига, давай. Высшая лига. Если он заигран за команду где-то, то, конечно, он здесь не должен играть. Если он не заигран, может, он закончил карьеру уже, может, он там так пусть играет. Если он закончит карьеру, значит, у него то контракт уже не заканчивается. Не будет. Вот такой вроде бы и не играет, и нет контракта. Кстати, по-другому вопрос. Если он находится в базе ФФЛ, как действующий игрок в ФФЛ, тогда как бы можно или нельзя. Вот же. Понятно. Я же это профессионал. Заигран, я сказал, что он там... Профессионал это включает, что он имеет обязательства при профессиональной футбольной лиге. Ну так правильно это звучит. А если обязательно не играет, какая? Вот играет здесь, что ему уже повесить вообще там за? Все на гвоздик. За что? Ну что ж, что профессионалы. Что профессионалы, да. То есть он играет за Подолье, играет. Нет. Если играет за Подолье, то хай играет. Если он нигде не играет, давай, да, то тут опять не играет. Один вопрос есть за Каверина, который играет. Кого играет? Остальные вот это профессионалы, чтобы не играли. Вот будет путаница. Нет, ну вопрос правильно, что допустим. Если он там играет, он уже не проголосует. Команда вот так будет играть. Да, вот так будет играть. Мы же выходим против них играть, попадаем 20-30, например. Что за интересы играть? Как в прошлом году. Давай, все, два человека за профессионал. У нас не профессионал, никаких игроков. Он просто поехал. Только свои, только свои, все. Ну ладно, я разговаривал. Нет, ну тут однозначно, или да, или нет. Ну дальше, два за. У кого имеется контракт, ну давайте вы сами представите. Нет, потому вопрос заявлен. Вот голосуем. Кто за профессионалов, два человека. Хорошо. А кто против? Фемида за, Лада за. Все, остальные против. Эпицентр, Олег. А если честно, я разделился. Я вот разделяться. То, что вот мы говорили, если у человека есть контракт, его никто не отпустит, правильно? Не, ну, если это... у него да. Нету, пожалуйста, играй. Но сидит человек дома, не внимает ему, за кого играть. Я не против, пускай все играют. То есть ты за то, чтобы играл? Хорошо. Нет, чтобы конкретно за одного человека голосовать. Нет, ребята, мы говорим за ситуацию. Смотрите, если вы сейчас... Ну, по одному ситуация. Ну, давайте так.
Если играет на профессиональном уровне, значит здесь не играет. Все, так и говорю, все. Я тоже ставлю голосование. Кто играет? Я уже поставил, уже спрашиваю. Ну так, а теперь кто? А если, как сказать, если его там нет, и он не заигран ни за какую команду, то пусть здесь играет. Кто, ты против? Виктор. Я же сказал. Против. Витя. Против. Динамо против. Против. Феникс. Против. Терн. Против. Ну, я думаю, дальше спрашивать не надо, как раз они... Прошу, вот Ротора играл, привезли, думаю, хорошо, 6 человек. Отлично. Если всех ставлю в известность, если вдруг кто-то захочет этот сам, мы делаем просто. У нас в федерации есть база данных, мы Иванова Петрова все запроверили, есть, сказали представителю нет. Нет, он в единой базе данных, можно зайти. Ну, только так, чтобы не где-то там за углом. Что-то говорит. Я же уже сказал. Нет, так уже все тут есть представитель. Если игрок есть, так сразу скажите, чтобы потом не было. Нет, тоже заявка будет, да. Заявка будет есть. Каждый себе знает, что никто не берет профессионала. Так, давайте. Почан Авакович. Ложите ваши фишки. Скажите еще точное количество первой лиги. Пусть разберутся с этим. Давай с Ривьера, потом. Так уже считали просто. Вытягивай эти бреды. Всем команды. Так, пошли по... Кто у нас есть? Полезешь? Тяни свое место. Эмида второе место, у них сейчас двойка. Эмида номер два есть. Стабильность без накладки. Лада. Своем. Деревни. Девятая. Что-то откатилось. Ладно. Да, для начала ничего. Так. Закардив. Тяните в очанок и закардив. Да, вдруг не согласен. Хорошо, ладно, нет, я писаю. Не, Витюк, извините, я же их хорошо знаю. Кардив, да? Пятый. Кардив. Пятый, Олег. Эпицентр 12. Правильно, эпицентр просто, да? Название. Описано. Плюс-минус нету? Плюс-минус, да. Ротор. Почанович. Я? Ну, конечно, вы же... Алексеевич, если будет ругать, то покажет. Ну да, ладно, вот это берем. Нас всех не будет. Ротор. Шестой. Шестой. Ротор. Номер шесть. Номер шесть, ротор. ДБК. Восемь. ДБК номер восемь. Старлайт. Одиннадцать. Десять. Так, Адвокат. А? Адвокат. Ага. Что называется? Динамо. Старлайт. Седьмой. Динамо. Это Динамо. Динамо. Не будет. Динамо. Феникс. Четвертый. А кто ж там еще выйдет, тем, что Динамо осталось? Феникс. Один. Всех слышу. Да. Все, кроме Арсенал, понятно. У нас таково? Так, осталось Левша, Ковчег еще. Левчег и Левша, да. Ну вот они между собой сыграют. Давайте я тяну за... Левша слева. Давайте я за Ковчег тяну, номер один. Раз Динамо осталось, значит, кто-то еще. Ковчег. Осталось номер три, покажите всем, что есть. Номер три и Левша. Адвокат. Левша номер три. Да. А Динамо вместо кого? Так, кто записывает, еще могу повторить.
Номер первый в жеребьевке Ковчег. Номер второй Фемида. Номер третий Левша. Номер четвертый Феникс. Номер пятый Кардив. Номер шестой Ротор. Номер седьмой Динамо. Номер восьмой ДБК. Номер девятый Лада. Номер десятый Старлайф. Номер одиннадцатый Тетра. Номер двенадцатый Эпицентр К. Все команды правильно назвал. Добавлений нет. Все, у нас какие-нибудь же сам. О, видишь. Там если будет добавление, то мы скажем. Да, там тоже будет. Динамо МНС. Все так было красиво. Ну, чтоб, да. Нет, Патриот и МНС добавляется. Что, Динамо, Патриот и МНС? Еще может пару лет. Через эту саму. Нет, ну Динамо, что, это все одно и то же. Тогда ДПМ. А? МЧС. МНС. Это совсем другое. Динамо – это общество. Как там? Динамо – еще 11. А министерство начинается 2. Это же Супра. А второй? 1-2? Там, нет. Надо смотреть. Да, там же давай, просто да, я сейчас это вот все в компьютер вложу, а оно мне выдаст этот самый. Потому что у каждого компьютера вот есть 1.12, например, да, этот самый, а у них есть вторая вариант 1.2. То есть как бы. Нет, даже сейчас проблемы же у нас. Стадионы есть. Да. Стадион, это не надо там складывать. Что-то. А китайте через компьютер и все. Сейчас схемы. Интереснее будет, а так уже понятно. Да. Через компьютер кинул, это там оно. На сайте напишите. Сейчас мы их отпустим, чтобы уже... Так, высшая лига. Что еще, какие вопросы? Что, календарь до Пасхи будет уже, да? Это завтра где-то уже Пасху ждать. Чтобы вы Пасху уже обсуждали? После Пасхи уже. Все красят яйца, синие и зеленые. Да, да. Ну, если... Телефон не могу дать, только номер могу дать. Давай, 067. Войск противовоздушной обороны. Раз. 7-5-7-5. Каждый день, да, послезавтра день космонавта. А 14-го день гаитна. Раз. Посмотреть, если он дают каждый день. Хорошо, а иногда даже два праздника. Если не явка, мы говорим поражение и минус 3 очка. Если команда не пришла даже на один тур, да? Да. Правильно, прошло лучше. Вылетают две на прямую, две перед. Минус три, минус одно. Четыре перед, еще одна перед. Сколько вышло? Две на прямую, одна переходная играет. Две на прямую вылетает, да, одна перекапывает. Тот же самый вариант. Да, тогда не 3 очка, больше очков снять. Чтобы они почувствовали, что 5 снимают. Да, да, да. 5 это чувствовали, что они теряют места. А им, в принципе, многим командам, что 5-е, что 10-е. Если они решили не приходить, штрафы все взвесили. Денежный штраф тогда. Если они, допустим, смотрите, я скажу по футзалу, у нас была такая ситуация, дальше по кому там. Когда сыграли, между собой договорились, и все сняли, через Киев сняли.
спортлідер, так? Сядеш? Ні, тут ні при чому. Ми сняли рішення від Сполкома. Сполкома сняли людські, написали, хто написав? Ротор ж написав, так? Все, договоруху зіграли, то ж саме могло Динамо написати за останню руку. Там не договоруха, там не заявлений ігрок. Ні, я не знаю, що там не чемпіонат. Це не зараз. І весь город об этом знав. І за то, що от останню руку не грав. Ну, це його право, ніхто не допомагає. Ну надо, чтобы такого не было, понимаете? Ну ты уже знаете, как было прошло. Чтобы играть, я обязательно играл. Если у нас было три буквы в команду, а потом оказалось, что... Ну, ребята, а приняли решение. Одно очко приняли решение. Все, снимаем одно очко. Да. Поражение и минус одно очко. 240. Оно ничего не играет. После второй снимаешь. Не, минус одно очко ничего не играет. Минус три играет Серега. Не будут так делать. Да, если они не хотят играть, они, ты хоть пять с ними, они не придут. Да нет, если это... Давайте уже свои минус решения. 3, это будет решение. Мы на прошлом заседании приняли решение. Ну да, раз уже приняли, пусть так и будет. А как у этого вообще вот, у нас там, наверное, премьер-лизе? Как положение? Поражение и денежный штраф. Там денежный штраф, там не надо очков. Там есть деньги? Да. Все, переход? Ну, говорили, да. Первый свободный идет, второй играет переход. Нет, первая, вторая вылетает, третья. Первая, вторая у нас есть положение, которое мы принимали. Зачем мы сейчас говорим разные темы? Две команды вылетают, третья играет переход. Две команды первой лиги заходят. То положение это шутка. На сайт скинуть. Да, да. Оно уже, то есть, что оно автоматически... Оно сделано, оно подписано. Это так. Да. Положение есть, да. Больше того, Викторович, если кому надо, это, там, пожалуйста, мой телефон дайте, я вам распечатаю положение на руки. Каждый месяц. Есть на сайте. Сейчас нету на сайте, но будет. Да. Себе уже кто распечатал, кто себе зашел, читает вещи. Ну, я, пожалуйста, я же говорю, любые, хотите на руки, ну, может, кто-то хочет перед игрой посмотреть. Кто знает за Подоле, будут они давать в какой цене? За цену я не знаю. В этом году было 1070, в этом году, на этом районе 1030. Я знаю, на 120, по-моему, поднялось для США, да? Было 800, а сейчас стало 920. Для меня не спрашивают. Значит, 960. 1200. А? 1260. 960, вот, да, сказано. 960. Значит, Подоле 1200, не меньше. По поводу взноса, давайте договоримся, до которого числа... Позвольте. Скажите сумму, чтобы я начал. Мы знаем, это последний остался. Ну все, да, все понятно. Надо будет, да? Когда вы же ребенку запустите? Я завтра с утра делаю этот самый. Компьютер вношу. Она мне выдает. Там что-то. Да. Единственное, что надо посидеть, подумать. Того, когда станет. Ну, я думаю, завтра пройдет. Теперь уже не подумаешь, да. Потому что там уже... Я же вам говорю, подумаем. А, подумаем. Сначала, мы хотим от вас, чтобы вы это не делали, будет, чтобы сделала машина. А вы все хотите... Это будет китайский вариант, а я армянским вариантом всегда... Давайте попробуем китайский, а потом сравним. Кто как просил, так смотрите, не всегда, я надо вот подумать так, что не всегда возможно, потому что мы, допустим, в среду, он... Вы не поняли, поэтому... вы меня не поняли, мы сейчас машину, я загружаю, этот, отдаю 22 тура, это я понятно, приношу вам, да. Вам отдаю руки, а вы, пожалуйста, раскидывайте. Дур просто. До понедельник, до вторник. А вы не поняли? Оно выдаст просто... Кто с кем играет? Пары. Число не выдаст. Число вы будете ставить. Туры. Кто в каком туре с кем играет? Если хотите, мы вас эту работу не заберем. Мы просто вам облегчим. Это будет первый. У вас будет канва просто такая. Первый тур. Да, да. Только да, там уже будет поставлять. Просто машина быстрее выдаст. Стадионы, время, пальцы. 4, 9, 5. Так, у высшей эфиры, если нет, спасибо, что пришли. Заявки же 24. 24. 24.